Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас замечательный контент. Видосики злопыхателя настоялись. И теперь можно сделать полноценную ответку в одном видео. Сразу на весь видос. Формат достаточно простой. Видеовставка тезиса из видео и мой ответ на это. Подписывайтесь на YouTube, Twitch, TG, если ждете контент по Warzone. Всем здорово, всем привет, народ. Я записываю контент по Warzone, и у меня горит срака. Горит срака с того, что, блядь, сам сидишь, записываешь эти какие-то геймплеи, какие-то стримы, потом вырезаешь эти катки, пытаешься взять топ, что-то там занять, чтобы показать, выложить на канал. Зрители посмотрели, порадовались, там что-то подписались, какие-то комментарии пописали, что-то вау, круто, ты настрелял туда-сюда, какой ты, блядь, скилловый игрок и так далее. В то время, как старожилы Warzone, самые популярные стримеры, ну я сейчас говорю конкретно про ру-сегмент, все знают Кека The King, чувака, который поднялся на Fortnite и продолжает ехать на этом, ну не хайп-трейне, не знаю на чем он там едет, на своем электростуле. Топы, так сказать, Туба и Твича по просмотрам в разделе Call of Duty и других там Battle Royale. От этого видоса, который я посмотрел прямо сейчас, у меня реально сгорела срака. Здорово, братан. Ты прям с места в канаву. Будучи не очень вовлеченным в тему, ты никак не можешь понять, что без своей аудитории, будь ты даже проигроком, твой геймплей никому не нужен. Есть десятки СНГ проигроков, чьи навыки действительно не требуют подтверждения. Однако на стриме у них по 3 человека, а на редких видосах на YouTube у них 300 просмотров. Ты сам с первого же ролика понял, где упоминаешь меня, там мои хейтеры, такие же обиженки, как и ты. Люди, которые винят во всех своих неудачах именно недобросовестность челиков вокруг, а не личные навыки. На барьере в 30 фрагов, когда круг уже, блядь, зона сужается, все люди, которые там были, 5 человек в твоем лобачке, отстреляли всех ботов и встретили тебя. Конечно. Тут же возникает вопрос. Вот смотри, ты после этого видео приобрел ВЗ-агент и VPN-агент. Ты играешь не с рофлопушками. Вполне себе с метой RAM-7, HRM-9 и так далее, но если мы попробуем пролистать все твои открытые стримы, с трудом найдем катку, где ты делаешь даже 20 фрагов. Хотя, казалось бы, условия теперь у нас одинаковые. Почему так? Наваливаем стиля. Обычная ситуация. Так, вот третьему они сказали в Дискорде. Типа, чувак, нас двоих ёбнули, блядь. Подойди, пожалуйста. Муки Ксаби. Икна ему чела. Ну, это хорошо, это, вероятно, был человек. Пару раз мы услышим еще речь из микрофона. Вот. Блядь, Алекс Про 088. А сейчас немного о бот-лобби. Вопреки некоторым комментаторам, бот-лобби — это не буквально лобби с ботами. Да, прикиньте, есть люди, которые думают, что в Warzone... Есть катки, которые набиваются ботами, как Battlefield 2042. В Warzone такого нет. Бот-лобби — это именно нарицательное, которое подразумевает, что в вашей игре очень мало сильных игроков, а те, что встречаются вам, не успевают вам ответить. И вот уже в зависимости от вашего уровня игры, бот-лобби будут иметь разные цифры. Например, для меня бот-лобби — это средний КД лобби 0.9. Это сервера, где я с нормальными пушками могу сделать до 30 фрагов. Если возьмем европейских или американских стримеров, например, кстати, того же Бифла, который гений из данного видео тоже обозревал, то для него бот-лобби это обычная рейтинговая игра с платиной-кримсонами, в которых он точно так же может дропнуть тридцатку. Соответственно, если у вас КД до 2, то для вас любое лобби будет достаточно потным, и бот-лобби у вас не будет. Барьер 30 фрагов, даже по роликам, которые я заливал последние недели, видно, что именно к Лейту я часто умираю от ботов, которые стоят на месте и кое-как стреляют. Просто нужно уметь играть против четверок. Невероятно, да? Поздняя стадия игры, она очень опасная. Когда нет места ошибкам, но тебе этого не понять, ты в подобранном бот-лобби максимум делаешь 16, и то в соло-режиме. Ну не знаю, из того же сквада этот чел или не из того же. Там ёбнули троих, блядь, и ты приземляешься туда же, блядь, с кольтом, блядь, с глоком. Мартин 21800. Обратите внимание на ник. Не, не бот ни разу. На скины ники я смотрю. Аренд. Ну делайте выводы сами. Тут сразу видим шизу про ники и ботов в лобби. Что касается людей, которые приземляются в то же место, где умерли, это частая проблема новичков. Я относительно недавно коучил мужика, у него КД 0.8, он играет с консоли.
Одна из частей подобного тренинга – это разбор записи игры. Так вот, его записи очень похожи на то, что мы видим сейчас. Потому что люди, когда резнулись, не придают значению тому, куда падать. А просто, ну, режут стропы и падают, куда глаза глядят. А резаются они в данном случае, как вы понимаете, над тем же местом, где их убили, потому что их тиммейты еще живы. Он стоял 2 секунды, думал, входить ему в дом или не входить. Неправильно вошел в хату, отлетел. От грандмастера Сани. Вероятно, он играет на плойке сейчас и отрубил кроссплей. И там все такие типы, которые, блядь, только купили себе плойку и взяли джойстик в руки первый раз. Возможно, я так же играл бы, если бы у меня в руках был контроллер. Бегает поверху. Так как его противники. Есть большая проблема у этого чела, он часто размышляет о вещах, в которых он ничего не понимает. Если отключить кроссплей и пойти играть остров, то мы столкнемся с тем, что люди на острове будут играть за ручку. Но не просто за ручку, они за ручку будут сидеть по домам, как школьники, из-за чего будет тяжелее найти фраги. Контингент, который отрубает кроссплей, в Warzone очень специфичен. В основном это люди, которые слабо играют и винят во всем читеров с ПК. И то, что на КВМ легче играть, чем на геймпаде. Алекс Про 088, даже не посмотрел на него. У меня в моих лобби у челов постоянно бдилка, блядь. И только у него экран засветился, он крутится вокруг себя, как долбоеб. Он сразу понимает, что его целят. Чел после, блядь, прилета дроби, нахуй, даже не понимает, что его дамажат. Как стоял на месте, так и стоит. Так, увидел чела. А, ну это АФКшер, ладно. Это АФКшер. Хотя он повернулся на него вот так вот, когда уже получил пизды. У меня в моих лобби, мы уже знаем, что если брать мои лобби в кавычках, естественно, ты ничем особо похвастаться не можешь. Ты даже стадии игры не можешь определить. Потому что сквад, который я фармлю, очевидно, не может купить свой комплект, потому что я постоянно их убиваю, а бесплатный выпадет только через 20 секунд. Что касается твоих лобби, я вчера на стриме делал тест. Мы регали подряд с VPN и ВЗ-агентом катки, и что удивительно, в каждой катке видно, что в списке игроков от 70% людей это челы с КД ниже единицы. Неважно, лобби это 0.8 или 1.2. Может быть, дело все-таки в тебе, а не в твоих лобби нет ботов. Джезард 1788, время и стекло. Ну явно человек. Так, вот, вот, вот. Нихуя себе. И то, это топ-10. Он настрелял 20 киллов, и у него топ-10. 10 место. Меня убило моим комаром, я правильно понимаю? То есть остальных 8 сквадов это люди. И первый, кого он встретил из списка этих людей, дал ему пизды. Топ-10, 24 человека ремейн, по какой-то причине делается вывод, что это все люди. Если меня убил не враг, а мой дрон-комар. Вот в таких мелочах, кстати, отличаются сильные игроки от средних, которым как бы и являюсь я. Челы, которые по 3 года играют остров, стабильно в таких условиях дропают 40 плюс фрагов. Я же делаю в районе 30 и очень часто умираю именно под конец 4 зоны, когда играю соло четверки. Тут нельзя ошибаться, нужно играть аккуратнее. А у меня, видимо, ну, меньше опыта. Почитаем комментарии, видос уже и так довольно долгий. Но мне похуй, я, блядь, полчаса я выложу, полчаса смонтирую, мне поебать. Вот мои комменты. Ясно, боты в дефолтных скинах с никами. Когда вижу такие нарезочки по 20-30 киллов, хочется автора видео посадить за свой ПК, чтобы катанул в моем лобачке чисто для эксперимента. Где кибервитязи в дискорде сидят и кидают тебе станы, а четвертый через балкон заходит и оформляет минус квад, пока вы все в ахуе. И это все на платине. Сложно понять, при чем тут рейтинг, если мы играем остров в четверках. Ну и как показала практика, в моих лобби после покупки ВЗ-агента ты тоже ничего не показал. Ну и кстати, так называемые все, они не играют рейтинг. Это видно по челам из топ-250, которые играют против солянки из платины и даймондов, потому что народу попросту нет и подбирается как придется. Никста. Прикреплю скрин, короче, он там пишет на экране. VPN is not cheating. Да, это не чит, это не запрещенное, блядь, программное обеспечение, но с помощью его ты делаешь себе легче игру в разы. Ты в этих бот-лобби набиваешь себе сколько уже? 18 тысяч, блядь, поинтов, когда за победу в топ-1 дают там, ну, 150. Плюс-минус, если ты там 5 киллов сделал.
Ну, это минус высадка, минус там смерть и там еще что-то. 150, там 180, может быть, у меня давало как-то там. У чувака 18 тысяч ПТС, который он фармит киллы, блядь, за убийство, там по 5 этих поинтов, по 10 на ботах. Ему насыпают за бот-лобби, за игру ровно столько же, блять, как и мне, когда я потею в обычном лобби. Если пролистать катки со стрима этого кента после покупки ВЗ агента, можно заметить, что ничего не изменилось. Как показала практика, на дистанции в 20 каток средний КД лобби на острове, соло сквады, он стремится к единице. Если вам интересно, оставьте коммент, я сделаю видос со скринами и пояснениями подобных моментов. Все, что я могу сказать, если в вашем лобби нет ботов, то бот именно ты, именно вы. И, кстати, этим ботом в лобби могу оказаться и я, если, например, подберется лобби 1.4. Но если у кого-то есть какие-то розовые мечты о том, что вы купите себе VPN, VZ-агент, будете скипать сложные лобби и вам будет играться в кайф, спешу вас расстроить. Оставлю вам канал этого кента в закрепленном комментарии. Можете зайти в раздел трансляции, потыкать записи стримов с названием «Осваиваю бот-лобби». И найдите мне хотя бы, где он дропнул, ну, не знаю, фрагов 20. Запишем обзор.